Так, 35-я серия, прохождение Dark Souls. Мы здесь забрели на балкончик. Там я, кстати, смотрю, вон внизу стоит какой-то шайтан. Возможно, это какой-то торговец или что-нибудь в этом духе. Интересно было бы до него добраться. И вообще, высоко нам вверх идти не видно. Столько дверей, столько разных проходов еще везде. Я уже, честно говоря, уже голова кругом идет. Где какие лучше, куда идти, куда податься. Даже здесь уже немного заблудился. Мы пришли с этой лестницы, сразу пошли вправо, а есть еще вот влево проход. Но здесь, кстати, муляка. Муляка-заражака. И это не очень респектабельное место. Ладно, сходим туда. Там какие-то товарищи стоят. Попробуем с ними потягаться. Так, товарищи, вы же злые? Да, наверняка. Вау! Ничего себе, у них атаки. Или это что это было? Снова магия глючит. Не светится на посохе. Так, тыкаемся в двери. Кольцо с колеблющимся драконом и драконий талисман. Вау. Драконий талисман еще один. И снова этот товарищ у нас тут образовался. Вау-вау-вау-вау, что это было? Это его копье с ума сошло. Так, не заразились. И это хорошо. Вон еще одна такая подружка стоит. Или это... Да нет, это подружка явно. Так. Страшно. Там два сразу таких товарища. Ай, блин, вот. Сейчас только промазывать еще не хватало. Он уже хотел Эсту спить. Упс. Упс. Черно-серебристый щит. Так, я там кольца забыл посмотреть. Там снова какой-то плюс один, а какой именно? Я уже забыл, какое название было. Что-то с драконом связанное. Кольцо защиты, широкое кольцо, кольцо коготь праха. Вот, кольцо с колеблющимся драконом. Ну, блин. Я же такое точно покупал у мага, у этого, по-моему. Зато есть плюс один. Ладно. Пусть будет такое. Так, здесь снова муляка. Снова в нее не очень хочется. Пришел я отсюда. Есть еще ходы сюда. Вот здесь очень похоже на дверь. Но нет, конечно же. Так, ну здесь ничего вроде бы. Что, придется в муляку? Вот здесь еще есть. Ходов тут тонна. Так, кто-то шуршит. Трещит. Мне кажется, за вот этим... Ага, я понял, кто это у нас. Это вот эти вот жабки-бородавки. Какие-то грибочки, я не знаю, как их назвать, медузы. Ну, давайте, подходите. Сразу все трое, да? О, вот, вот оно.
А вот и оживший сундук. Замечательно. Вот оно. Я как чувствовал, первый оживший сундук. Рабочий крюк и темные наручи мы получили. Что еще за крюк? Гладкий шелковистый камешек. Уже этих камешков тоже 2 тонны. Опа. Блин, отравление поймал. Так, ну и что? Использовать его здесь или не использовать? А вдруг ничего хорошего? Там писали мне в сообщениях. У нас, кстати, кто еще не в курсе, у нас открылась страница ВКонтакте. Страница нашего канала. И там уже довольно яростное обсуждение идет Dark Souls и всего остального. Поэтому присоединяйтесь. И вот там писал Дмитрий, писал за один из камней Фароса. Но я, к сожалению, не могу вспомнить, за какой. Он писал, что лучше не вставлять, там никакого смысла. Но надеюсь, это он не про этот писал. Надеюсь, здесь что-то будет интересное. Давайте вставим. Вот так вот. Замечательно. И что, и все? Чудесно. Просто кислоты налили, и все? Бесстыжие. Ну, я так не играю. Так неинтересно. Совершенно неинтересно. Еще и отравление сейчас получится. Блин, как чувствовал. Жаль, 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 жаль. Так, сейчас мы тут с отравлением разберемся. У нас уже, кстати, разбираться нечем. Все эстусы потрачены. Так, тут кто-то или что-то. А, это что это вообще? Это наш монстр перевернулся. Так, ну получается, в этой комнате больше ничего. А нет, вот сюда же еще есть вход. Блин, сколько. Ух ты, здесь какой-то красный бандюк. Ух ты, какой! А паренек-то злой. Надо бы его, наверное, вывести на чистую воду. Причем это даже не вторгшийся. Ничего, просто обычный моб. Он красного цвета. Так, ну ты не секретная дверь. Нет, к сожалению. Так. Опа, вот она. Смотрите, сколько дверей здесь. Тонны просто. А сундук наверняка живой. Мне почему-то так кажется. Вот наверняка. Надо бы стукнуть на всякий случай по нему. Ну вот, кстати, сундуки можно и таким образом открывать, разбив их. Мусора взяли опять. Кучка мусора. Один уже был, еще один. Для чего, пока неизвестно. Так, ну я не знаю, имеет ли смысл разбивать эти штуковины. В них вряд ли что-то будет. Кроме яда. Так, а здесь? Ой, здесь еще одна комнатка есть. Это хорошо. Это хорошо. Хоть что-то полезное найдется. О, здесь костер. Замечательно. Ну, вот таким образом восстановим. Как? Магия не восстанавливается? Зашибись. А я почему-то был уверен, что восстанавливается, если не садится. Значит, меня глюкануло.
в один прекрасный момент. Да, это, в принципе, логично было бы. Глупо. Тогда бы все так проходили. Ох-ох-ох-ох. Так, костер. Костров миллион. Я заблудился уже. Так, снова эти все. Кстати, здесь бочки. А, вот, я перепутал. Я это выяснил, кстати, в зоне, там, где босс, в общем, к которому нужно доходить, и там много столбиков плюются ядом. Вот там не восстанавливаются бочки и столбики, если у костра... Хотя магия там, по-моему, восстанавливается. В общем, я запутался. Здесь бочки, видите, после костра не восстановились. Вот жалко, это ж надо было вставить камень и просто налить кислоты. Какой-то беспредел. Ну зачем они так жестоко поступили со мной? Я эти камни Фарроса на крысиную эту собирал. Там столько дверей. Так, окей, куда же идти? Нет, ну, идти, конечно, есть куда. Я имею в виду, что выбирать. Да не, блин. Опять я с кучей душ. Здесь вот это начинаю геройствовать. Баба. Ой-ой-ой-ой-ой, меня завалили. Круто. Пироманты заваляшили меня, все, больше никаких. Сейчас аккуратненько за душами и к костру, и вперед качаться. Ну его в баню. 33 тысячи профукать не хочется опять. Где тут у нас? Ну-ка, верните наши души. Спасите наши души. Сколько же я уже понаоткрывал костров, а сколько их наверняка еще будет? Так, 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 так. Вот, вот за эту локацию я говорил. Там столбики не восстанавливаются. Хотя, ну, я уже что-то запутался. Так, здесь у нас три костра открылось. Здесь два. В этой локации тоже пооткрывал. Крысиный король. Кошмар, сколько всего. Глаза разбегаются. Ну, полетим, прокачаемся. В принципе, у нас уже, я вот, опять-таки, в группе ВКонтакте задавал вопросы, кто какого уровня. Так, на самом деле, я еще и неплохо прокачался, учитывая, что я не так далеко зашел. Уровень у меня уже... О, кстати, фляга у нас есть же, нужно седьмую флягу взять. Класс. И теперь прокачка. Там уже, правда, слишком не разгонишься. Цены уже, ой-ой-ой, 18 тысяч на один уровень. Но, тем не менее, что-то нужно выбрать, что прокачать. Так, стойкость физическую. Это по поводу груза. Все, вообще, одну только могу купить. Обалдеть. Магия и физика. Давайте, наверное, лучше на силу. Потихоньку буду вкачивать силу, потому что все чаще приходится орудовать мечом. Так, а куда же эти 15 тысяч потратить? Так, чтобы не зря. You've been long. Well. Так, ну эта магия мне не нужна.
Наверное, надо полететь к этому магу. Забыл, как его зовут. Купить у него или магию, или... Ну, тут бомбочки, все это уже такое. Мне и так этого полно. А что по поводу прокачки? Ой, в посох, может быть, вкачать еще плюс один. Так. Где у нас он? Сначала меч хочу посмотреть. Вот он, наш меч плюс 5. Большого осколка титанита у нас не хватает на него. А вот посох. У него обломок титанита. Нужен еще один, чтобы на плюс 9. Хорошо. А из шмоток... Ух ты, а что это? Маска голема. Ух ты, я ее не смотрел даже. Прикольно. Это же такая же маска, как у той тетки, с которой мы разговаривали. Клево. И параметры у нее, кстати, по-моему... Ну, хотя это здесь сложно посмотреть. Так, вот эту маску можно попробовать. Мерцающий титанит в нее нужен. Но мне, если очень... Если честно, не очень визуально нравится. Но она пока самая навороченная из всего. Кольчуга Дранглика, мерцающий титанит. Что, может быть, качнуть кольчугу? Я в ней довольно много бегаю. Не знаю, пока сомневаюсь, то сейчас все потрачу титаниты свои. А потом вдруг найду какую-нибудь мега-шмотку и нечем будет ее качнуть. Так, давайте сбегаем еще. Надо же куда-то деть 15 тысяч душ. Вот к этой тетеньке сбегаем. Кстати, ей можно что-нибудь из наряда предложить. Что у нас там есть? Так, а почему я, собственно, здесь смотрю? Во-первых, что она продает? Кольца какие? Повышает защиту от огня, повышает защиту от молний, повышает защиту от тьмы. И я, пожалуй, все их куплю. Денежки есть. А кольца могут пригодиться. Так, огненное семя усиливает пламя пироманта. Ну вот эта штука тоже со временем можем ее купить, когда пиромантией вплотную займемся. А пока, в принципе, она не очень нужна. Ну и опять-таки здесь тоже пиромантические все эти способности. Что это у нас? Железная плоть. Тоже пиромантия. Круто. Сырая плоть пиромантия. Это все у нее пиромантия. Отдать снаряжение. Ну давай мы тебе отдадим... Вот эту каску тебе отдадим. Что, из одежды, к сожалению, опять ничего двойного не появилось. Жаль. Но вот это пусть будет, а то совсем бедная стоит. Голяка. Ну и... Так, поножи полого солдата. Ну и вот это. Пусть не очень навороченные шмотки, но я думаю... Ей должно понравиться. Я всегда тут, так что заходи, когда будешь в городе. Hello. Ой. Be safe. Так, ну сейчас она не оденется. Это в следующий раз мы увидим. К этому дядьке я обращался уже. Нет. У него... Кольца, это все мы уже покупали. Большие стрелы, все это у нас уже есть. Практически. Вот эта ударная волна, я ее не покупал, поскольку... Не знаю, просто сбивает с ног. Не так интересно. Так, у нас еще 9000 есть.
У той тетки там у нее чудеса разные, это не очень надо. Ай, ладно. Не хочу я больше никуда летать. Пойду к кузнецу, вкачаю дрангликовую шмотку. И пусть будет. Где? Где? Вот здесь. Мерцающий титанит один. 1150 душ. Так, еще один мерцающий можно. Да давай. Все, закончились. Штаны, перчатки, шлем. Что ж такое, некуда деньги потратить. Это ж надо дожиться до такого. Есть души, а тратить не на что. Тогда... Где магические шмотки? Тогда вот сюда. Нет? Да, нет. Плюс 4 уже. А, забирай. Все равно 6000. 6000. Тогда бомбочек пойду куплю, я не знаю. Я уже забыл, где еще какие торгаши. Ну вот там маг, а еще какие. Не помню, кто где. Кто где был. Всего лишь 2000. Ну, еще вот этих тогда купим. С десяток. Ну, еще одну. Все, наконец-то растрынкали. Полностью все. Ну, полетели. Куда? Опять вернемся в ту же. Доисследуем, что там было. Так, откуда здесь лучше начать? Снизу, кстати, лучше заходилось, чем сверху. Поэтому я, пожалуй, с этого костра начну. Шпиговали не по-детски. А это еще живой? Падай туда. Вау, вау. Вот это да, вот это неожиданно. Как они меня чуть не растерзали. Здесь у нас кто был? Что, никого? Так, ну тут стрелы, стена будет стрелять. Это я помню. Почему-то сейчас не стреляла. Может, я там куда-то наступать должен. На какие-то особенные... Вот куда я наступил. А, вот она, кнопочка. Все ясно. Окей, окей, окей. Идем дальше. Вот оно, то злосчастное место. Забыл, что здесь было. Ну
что, тетеньки, давайте сражаться. Ба-ба-бах. Ба-ба-бах. Ну, мне повезло, что у них не такие дальние эти фаерболы, как у меня. Эй, ты там не пей ничего. А то ты смотри, какой смелый. Так, вот здесь у нас еще одна подруга стояла. Эч! Ох. Вот это пиромантия, я понимаю. У меня такой не было. Ну и нет. Нифига себе! С одного попадания полный ХП. Круто. А там, кстати, продавалась такая магия. Я помню. Там оставляешь фаербол в воздухе, и только если противник на него, ну, рядом с ним становится, тогда он взрывается. Я еще тут подумал. Думаю, ну как-то не очень эффективно, не очень круто. А оно вот неплохо. Так, может, мы этих ребят вообще трогать не будем? Зачем они нам нужны? Большая тяжелая. А нет, здесь не хочу большую тяжелую. Здесь как раз наоборот. Они не достают своими атаками. Поэтому не страшно. Можно издалека. Вот тоже не могут развернуться в маленьком коридорчике. В потолок свои атаки. С этим парнем, я думаю, лучше мечом попробовать. Тем более, вот так вот бэкстепы можно делать. А вот теперь поставим тяжелое и шандарахнем ее пару раз. Нет, даже три раза придется. Опять кольцо с колеблющимся драконом. Ух, колец тут насыпали. Уже тогда плюс два бы выкидывали. Так, давай. Беги к нам. Молодец. И второй. Тоже молодец. А вот теперь я думаю, что вверх нам вроде бы больше там и незачем идти. Там уже все было, я ж потом сюда возвращался, да? Значит, нам нужно аккуратненько через эту кислоту сейчас проскочить и... Джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик-джик. Вот, ну давай же ты, вот сюда. Ой, мне кажется, там босс. Ой, мне кажется, там босс. Мха бы этого побольше. Наверняка там босс. А вот это дверка или это не дверка? Блин, подозрительная стена. Может, там откроется что-нибудь или нет? Здесь не такая. Ай, ну и ладно, пойдем. Пойдем смотреть, что там за боссина. По-моему, это тот босс, о котором писали на канале, что в кислоте
постоянно ходит. И это плохо. Это, кстати, крайне плохо. Потому что на кислоту но нужно что-то другое одевать. Ой, это все сложно. Так не хочется колупаться в этих меню. Ладно, идем смотреть. Ти-ди-ди-дин. Да, вот она действительно. Зашибись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто разорвало за 5 секунд. Нифига себе. Как так? Как же с ней? Там полностью кислота везде вокруг. И у нее еще атаки такие жесткие. Да уж. Это говорит о том, что я пока туда не хочу идти, если честно. Пойду я, наверное, лучше попробую тут перепрыгнуть, раз уже все равно терять нечего. Хотя я точно знаю, что это дохлый номер, но души возвращать не буду. Да, конечно. 100% было понятно, что я там не долечу. Так, ну тогда у нас есть еще несколько минут в этой серии, чтобы придумать, куда нам что-нибудь такое мелкое, что мы еще не делали. А, я понял, вот здесь, в этой же локации, был еще внизу туман. Вот, вот, точно, я придумал, куда нам надо. Был еще внизу туман, надо туда сходить. Сейчас я поставлю эту локацию с первого костра. Я уже, правда, не помню, где этот первый костер был. Но, по-моему, от него до первого тумана было ближе. Да, правильно, вот сюда мы идем. Сейчас здесь. Нет, не здесь. Вот здесь будет вот этот товарищ. Мы его по-шустрику бабахаем. Второго тоже бабахаем. И третьего бабахаем. Ну какие бабахистые. Ах уж эти двери. Так, а где же был первый? Нет, это не здесь. Это не здесь, однозначно не здесь. Чёрт, значит, все-таки нужно обратно пойти. Я точно помню, что там был первый туман в самом... А, в самом низу. Да, точно, точно. Я еще туда не захотел заходить. Вот тут босс у нас был. И туда запрыгнуть не дали. Может, еще разок попробовать? Ёп. Нет, ну не хочет. Ни в какую. Не запрыгивает он туда. Специально сделали, чтобы мы тут мучались. Наверняка. Так, здравствуйте, друзья, товарищи. Ох ты. Прошу, прошу, господа. Входите. Проходите. Вау, вау, только меня не убивайте. Нет, нет, нет. Я не за этим вас... Нет! Спокойно. Спокойно. Все нормально. Просто не нужно геройствовать. Так, не сюда, не сюда.
Тю. Так вот она, эта дверь, я сюда входил. Получается, что меня проглючило. Здесь больше нет туманов. Один здесь и один был там с боссом. И третий наверху. Да, все правильно. Все три тумана, значит, мы обошли. Ну, тогда, я не знаю, тогда нужно придумать, куда нам пойти. Там и в лесу, в темнолесье была еще локация, куда можно было двигаться. Так, стоп, а туда я ходил? А, ну конечно ходил. Да, это же прыгательное место. А здесь ничего. Здравствуйте, дорогой. Тихо. Подкрался тут к нам незаметно. Парпос. А, вот так вот. Ух ты, эти еще парни стоят, ждут. Стойкие. Посмотрим, где мы чего забыли интересного. Здесь были. А, вот сюда можно пойти. Да, в этой локации еще там подземелье, затопленная тюрьма или что-то в этом духе. Там наверняка дальше босс. Здесь, вот на мосту еще там тоже босс. И вот здесь, в этой локации, тоже есть продолжение. Наверняка там босса еще не было. И вот здесь босс. Много, много. Ну, наверное, вот этого босса в этой территории мы и попробуем в следующей серии. Я уже его несколько раз пытался. Не ахти, как хорошо получалось. Вот думаю, теперь, поднабравшись немного сил, может быть, получится. Все, всем спасибо, всем пока, до следующей серии.